делаем глазурь. Выливаем в миску яичный белок, он должен быть холодным. И взбиваем его блендером до пышной пены. Начинаем с минимальной скорости и поднимаем до максимальной. Затем порциями подсыпаем сахарную пудру. И продолжаем взбивать. Когда большая часть пудры уже будет введена, вливаем лимонный сок и снова взбиваем. Добавляем оставшуюся сахарную пудру и доводим массу до нужной густоты.